Что такое футбол? Ну, это вид спорта такой. Там есть одна команда и другая команда. Есть судья. Там бьют ворота, бьют ногой. Футбол, это такой спорт. Мяч футболисты гоняют. И если там еще вратарь, нападающий. Там есть вратари и сами основные футболисты, которые мяч гоняют. Все зрители, которые болеют за эту команду, они кричат «Гол!». Что означает желтая карточка в футболе? Ой, я не знаю. Я тоже не знаю. Ну, зато красная, по-моему, это стоп. Наверное, как будто либо штраф, либо штрафной, либо чтобы остановили, либо пришел тот, которого задели, и он упал, ударился. Мне кажется... Минус очко, я думаю. Я думаю, или кто нарушил правила, просто выгоняется за горы. Не, это тогда будет нечестная игра. Ребята, как вы думаете, какие шансы у сборной России по футболу одержать победу? Ну, я думаю, обязательно. Да. Обязательно. Они долго тренировались, наверное, и победят. Я не знаю. Я не задумывалась никогда над этим вопросом. Когда как, я не знаю. Может победить, может не победить. Да. Мне кажется, я думаю, да. Я думаю, тоже да. Я дома сама с собой играю в футбол. Не знаю, зачем, правда, я это делаю.